Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о газотурбинном монстре и новом «Феррари». Китайцы, что вы делаете? Прекратите! Китайский автопром – это не только нелепые копии известных автомобилей. Пройдет немного времени, и компания из Поднебесной выкатит автомобиль с ядерным реактором или работающий на фотосинтезе огурцов. Вот это истина. Почему есть такая уверенность? Да все просто. Помимо того, что они уже построили самый быстрый электрический беспилотник, китайская компания T-Cruise представила свой гиперкар с газотурбинным двигателем. Если кто не знает, такой стоит на танке Т-80. Ну да ладно, сейчас не о нем. Дизайн автомобиля разработали братья Джуджаро. И пассажир в нем сидит за водителем. Но это вообще не главное. Главное – двигатель. Его мощность – 1044 лошадиные силы. Вы лучше присядьте, потому что следующая цифра определенно валит с ног. Крутящий момент – 8640 ньютонов на метр. 8640! Ездить это нечто может на всем, что горит. А разгон до сотни у него 2,5 секунды. Теперь вы понимаете, что китайцы способны на все. Скоро их машины будут взлетать сразу после выезда из гаража. Если, конечно, они не будут неумелой копией европейских бестселлеров. Ладно, вернемся к обычным автомобилям. Например, к Феррари, которая презентовала свою новинку 812 Superfast. Супербыстрый по-нашему. Под капотом нового автомобиля нет газотурбин. А есть обычный, если так можно сказать, мотор V12 объемом 6,5 литра. Его мощность – 812 лошадиных сил, что делает машину самой быстрой и самой мощной Феррари в истории. Максимальная скорость – 340 км в час, а стрелка коснется отметки 100 уже через 2,9 секунды. Еще из интересного – топливная система с давлением в 350 бар и, о чудо, электроусилитель руля. Раньше в Маранелло себе такого не позволяли, но стереотипы нужно ломать. Остается узнать цену этого великолепия на российском рынке, ну если на наш рынок будет квота, ведь арабские шейхи очень любят Феррари. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».